время без 5-8 вечера. Вот, это я стою возле своего дома. Вот, и в общем-то можно сказать, что за сегодня я первый раз выбрался из дома, ну, не считая там вылазки в магазин. Целый день занимался там ремонтом. Вот, сегодня воскресенье. Улицы пустые. В основном народ на море. Ну, если получится, то завтра поеду на море. То я уже тут 2 недели и на море так и не съездил. Балтийский рынок уже закрыт. Ну, они в 6 часов закрываются. Остановка пустая. Вот, так что у меня такие вот глобальные КПРФ. Вступай в борьбу вместе с Левиным. Ну, молодцы эти. Рынок Балтийский, остановка называется. Вот 8 часов уже пусто на улицах. Это не Москва, где 8 часов толпы везде. Поскольку у меня каких-то дальних вылазок не получается сейчас в эти дни, вот, а я шныряю тут по окрестностям. Сейчас я иду в сторону Октябрьской площади, но это скажем так, условное наименование площади, я ее много раз снимал. По сути, это такой большой двор, заросший деревьями. Частично принадлежит там школе со спортивной площадкой. Там 2 бомбоубежища. В общем, то есть это, ну, не площадь, а как бы такой замкнутый круг между улицей Павлика Морозова, улицей Фабричной, улицей Киевской и там уже промзоной, скажем так. Вот, и там несколько улиц, улочки маленькие такие, Сосновая, какая-то, в общем, Кленовая, там такие вот по названиям деревьев наших. Вот, я сейчас иду вдоль улицы Киевской, а вот это вот улица Павлика Морозова, это она здесь начинается. Сейчас я по ней сверну налево. Панорама района. Тут остановка автобуса, вон прямо люди стоят, ждут. На участке вот от Павлика Морозова до кинотеатра Родины, Киноленда и Киноленда Киевская имеет одностороннее движение, и машины вот по улице Павлика Морозова объезжают это движение, скажем так, по такому, ну, достаточно большому крюку. Но там тоже остановки,
То есть там тоже людей подбирают. Там жилые районы, что-то не маленькие. Вот сейчас я перейду Павлика Морозова и буду подходить уже к Октябрьской площади. Поскольку уже темнеет, у меня, наверное, видео сегодня много не будет. Коротенький такой просто вечерний репортаж с улиц с Октябрьской площади. Вот улица Ольховая. Тут вот обратите внимание на покрытие дороги. Здесь булыжник такой более современный, но тут еще немецкий, а тут уже такой более такой древний. Он такой крупный, меньше обработанный, что ли. Если там уложено в рядок, то здесь булыжник как бы в некотором таком хаотическом виде. Вот улица Ольховая, она как бы тоже является улочкой, которая отделяет Октябрьскую площадь. Является как бы пограничной или окружной. Вот она идет, а там она дальше упирается в улицу Фабричную. Фабричная улица маленькая, на ней там, ну не знаю, по-моему, максимум 5 домов. И она там упирается в ворота, в промышленную зону. Вот, я последний раз снимал Октябрьскую площадь в апреле этого года. Вот, еще я пока ее не выставил, ну, до настоящего момента, я скажу так. Вот, ну, выставлю. Куда же я денусь? Домики мне здесь очень нравятся, потому что они немецкие. Но уже некоторые уже отреставрировали, трудно узнать, трудно понять. Тоже часть дома так отремонтировали, так сказать, Вот еще один дом, он хорошо отремонтирован. Вот, собственно говоря, и сама Октябрьская площадь. Вот это, это конечно лесным массивом не назовешь. Вот здесь бомбоубежище. Вот, сейчас я покажу некоторые из них, из двух точнее. Может одно, а может мимо двух пройду, они одинаковые, в принципе. Вот этот длинный дом такой, длиннющий. Такой буквой Г. Тут булыжник еще более грубый такой, внутри. Вот, так, ну сейчас посмотрим, как мне идти. Поскольку освещение уже ограничено. Вот, вот одно бомбоубежище, вход. Но оно загаженное. Не знаю, убирали там мусор или нет. Их периодически чистят, но... Ну, нет, он там уже спрессовался, этот мусор. Вот один вход. Ну, выход вот на той стороне, там такой бугорочек есть. Вот тут детский городок сделали. Вроде бы как бы его
В апреле еще не было. Не знаю. Сейчас пройдусь. Ну вот. Такой городок сделаю. А тут достаточно уютно все, хорошо. Мне нравится. Такой замкнутый круг. Не, он не проездной. Ну, в общем, она со всех сторон, из Октябрьской площадь, окружена. Деревьями и домами. Значит, вот это вот одно бомбоубежище, там вот я прямо показываю, там, где красный дом, белый такие, белый подъезд, там, где упирается, вот там вот вход один, второй вот там вот, они вот так вот расположены. А первый, ну вот, который я, собственно говоря, с которого начал, вот оно идет по этому, вот, вот этими двумя буграми, вот здесь вот. Немецкое бомбоубежище, они их строили уже, наверное, после английской бомбежки. В каком-то 42-м это году было, или в 43-м что-то. Вот, то же самое, тут еще больше мусора завалено. Большая площадка такая, небо такое наполовину. Многие бомбоубежища в Калининграде их, ну, закрыли крышками такими металлическими. Наверное, там вычистили там все. Может быть. А может, не вычистили. Так что вот такое здесь поле. Батарейка у меня сейчас начнет показывать низкий уровень аккумулятора. Так, а тут что-то строит, что ли, или я не обращал внимания. Или это помойка. Такая у нас, бывают такие помойки за каменным забором. Ну да, ну. Ну да, да, да. Так, ну помойка это тоже интересно. Но я не в плане, что мусор, а вот что на помойке. На помойке. Сейчас на помойках куча стройматериала всякого старья. Так, вот эта улица симпатичная такая. Упирается в улицу Павлика Морозова. Вот, и дом здесь вот этот длинный, Г-образный. Вот она туда дальше идет. Вот этот дом тоже симпотный такой, маленький. Там квартирки маленькие, наверное, тоже. Вот, а это вот огражденная зона, это территория школы. Вот, ну, я ее, здесь входа нет, я зайду сейчас.